по салону косу удлинили, чтобы перенести на крышу так же, как было с прежним мотором. В салончике пока просторно, ничего нет. Ну что, заведем второй запуск. Замечательный день. 18 дней позади. 18 дней производил сборку, установку. Кажется, что все быстро, на самом деле все долго. Все супер. Смонтирую видео, выложу. Всем пока.